Есть решение міської ради Києва, там, де Київ створив собі регіональний ландшафтний парк. Поэтому, если мы сегодня создадим региональный ландшафтный парк, это в пределах границ города Николаев. Почему мы говорим региональный ландшафтный парк? Дело в том, что водным бассейном в городе, в границах города Николаева пользуются николаевцы. Некоторые люди там купаются, ловят рыб, загорают, ходят на яхтах, плавают на лодках. Ловят оттуда рыбу вообще колхозы. Но в городе нет инструмента для контроля за качеством воды. Вообще нет. Те инспекции, которые были там, морские, они не следили это, и город не имел никакого влияния на них. Поэтому мы просим и рекомендуем, чтобы пойти по этому пути и сформировать такой ландшафтный парк, который позволит создать существующую контрольную службу, которая будет контролировать водную акваторию, и в том числе и деятельность предприятий морехозяйственного комплекса, которые находятся на водной земле. Что первое пришло в голову, это то, что идея этот ландшафтный парк, сможем ли мы его застраивать. И наш, ну то есть, если территория города это ландшафтный парк, можно ли на территории ландшафтных парков производить строительство? То есть. Мы можем обсуждать этот вопрос, в любом случае. Давайте мы его допустим. А оно в процессе поправится, потому что мы не говорим, что мы тут все сумели проанализировать. Мы считаем, что это путь, который позволит Николаеву, нам, жителям города Николаева, изменить ситуацию. У нас с вами нет. У вас нет инструмента для контроля по воде. Нет. Нет. Давайте создадим. Дело в том, чтобы создал ландшафтный парк, мы дальше уведомительным порядком ставим кабинет министров. Известно за то, что Николаев все удобно. Это компетенция города и области, потому что это будет центральный бюро. Я думаю, что нужно защитить этот вопрос, потому что, ну вот, что первое пришло в голову, это строительство и дно углублений. Так как вы тогда? Территорию ландшафтного парка разрушили потом. Выпчите пытание. Выпчите и так и надо ответить, да? Да. Хорошо. Принимается. Мы все равно этого коснемся, учитывая, что у нас начала работать рабочая группа по концепции развития рек, которая принята. Да. Вот. Уже в принципе, да, городским советом с подачи и городского головы, и общественный совет, это определено как стратегическое направление. Поэтому в любом случае инструменты, вот, подобные созданию, возможно, созданию парка, мы будем исследовать. Поэтому я думаю, что это абсолютно в ключе того, что есть. Следующий пункт. Мы видели.